будут искать нас. Это самое безопасное место, которое я знаю. Можно мне с тобой? Ты спрячешься, пока я не узнаю, что происходит. Ох, это вы нам звонили? Да. О, ты, наверное, Виктория. Заходи, дитя. Спасибо, что помогли нам. Эта девушка очень важна. Возьмите это. Мы позаботимся о ней, сын мой. Диана сказала, тебе нужно ожерелье. Не потеряй его. Ты вернешься? Я буду рядом. $37.50 за ночь и без гулянок. Алло. Птаха, надо встретиться. Твоя слава тебя опережает, друг мой. Восхищаюсь теми, кто не боится срать там, где жрет. Тебе, наверное, нужны какие-то сведения. Я готов сыграть на твоей стороне. Но сперва я тебя кое о чем попрошу. Ты слушаешь? Клёво. Тут есть один выскочка, зовёт себя король Чайнатауна. Да-да, не самый скромный товарищ. В общем, я хочу, чтобы он ушёл в отставку. Ну, ты понимаешь, о чём я? В центре города и отряд грязных копов сторожит его на каждом шагу. Он редко бывает один, разве что встречаясь с барыгой рядом с площадью. А в ближайшем переулке у него стоит крутая европейская тачка. Вот и все, Мика. Позвони мне, когда закончишь. Идет? Жареные овощи с морепродуктами! Все свежепоймано и не свежесорванное! Органические травы утренним рейсом из Шанхая! Привет, чем я могу помочь? Чаю? Хорошо, вам 6. 6, хорошо? Зеленый чай, суп мисо. Эй, вы двое, осторожно. Не зевайте. Здрасте. Нечего тут жопы просиживать. Сюда никто не должен попасть без разрешения. Вот ваша сдача. Надеемся увидеть вас снова. Туалет налево, сэр. Нет, не туда. Налево. Привет. Эй, беговик. Сходите, присаживайтесь. Да, да, я знаю, кто это. Тащи сюда свою жопу. У меня сахарок кончился, а я тот еще сластенок. Попробуй, мой малый стрижок. А что насчет милых дам? Заходите. Да, сэр, присаживайтесь. Ага. Да, мы побыстрее. Подходите, свежие продукты. Все свежие. А что, свежие? Свежие устрицы, свежие устрицы. Малюски, свежие малюски. От дерьмо! Опять! О, ну вот опять! Не так все плохо, как казалось. Хотя... У меня тут рак! Диспетчер, здесь что-то... неладное. Заслуживает внимания. Ты
Эй, кто там? Выходи и завязывай с шуточками. Хотите худеть? Ешьте рыбу! Хотите напиток? Освежиться? С вас 5,99. У нас любая рыба. Пахучая рыба, вонючая рыба. Мадам, пожалуйста, не спешите, не ваша очередь. Вы следующая. Так, кто следующий? Все любят рыбу. Здоровая еда. Аминокислоты. Мадам, спасибо, что подождали. Все готово. Игорь сказали, они едут на выходные и приглашают нас за компанию. Мадам, пожалуйста. Ваша очередь. Сукияки! Терияки! Нет. Привет. Да, да, это я. Смотри, куда прешь. Каждый день на этой неделе. Нет, сэр. Сэр, да, у нас есть. Этот парень. Собачки, по-чикагски. Эй, заходите, присаживайтесь. Чего пожелаете? Наш секретный ингредиент сорвется у вас потом. Привет, Олег, Олег. Привет. Держите меня, пожалуйста. Прошу прощения. Лучше ты на городе. Какой запах! Я хочу все сразу!
океана. Эй, полегче. Смотри, куда идешь ты. Добрый день. Вам нужна сумка? Мадам, хотите сумку? Лучшая еда в Чайна-тауне. Алло? Да, да. Китайская капуста. Свежая китайская капуста. Горячие свиные пельмешки. Доброе утро. Что это было? Стой, где стоишь? Шесть, хорошо? Нет, я знаю. Вам нужна сумка? Мадам, хотите сумку? Лучшая еда в Чайна-тауне. Хорошо, вам шесть. Шесть, хорошо? Ой, господи, спасибо, что перезвонила. Сколько вам? Слушай, я знаю, еще рано. И да, сейчас не до того, но я просто должна тебе рассказать. Я была в Чайна-тауне. Привет, чем я могу помочь? Что? Кто там ходит? Слышал же шаги. Вам сколько? У нас суши, подходите, суши! Да, привет, я сейчас в магазине. Но горячие свиные пельмешки. Эй, осторожно! Мне только рыбу. Да. Привет. Птаха, когда-то лучший осведомитель агентства. Я нуждаюсь в нем для того, чтобы защитить девочку. Но этот человек торгаш, и его услуги обойдутся недешево. Квипрокво, все имеет свою цену. Чтобы привлечь его на свою сторону, я устраню его конкурента. Это не официальный контракт, но король Чайна-тауна должен умереть. Добрый день, сэр. Манго, папайя, у нас спасибо. Есть все. Хотите киви? Карамбола. О, свежая карамбола. Да. Я вам заплачу наличными, ладно? День продуктами. Все свежепоймано или свежесорвано. Добрый день. Птаха.
реку старому дураку. Эй, тут же кофе! Скотина! Винокамане, вино, как он кентекер, симиамор. Что принесло твою мрачную лысину в мое жилище? Мне нужна информация. Так это же мой бизнес, информация. Тебе нужна информация, у меня она есть. Не бесплатно, конечно. О, ты чертовски прав. Не бесплатно. Девушка зовут Виктория. Агентство ищет ее, я хочу знать зачем. Не-не-не-не-не-не, стоп. Агентство? Я должен сунуть нос в дела агентства? Ты чего, псих? Да, ты псих. Ну ладно, и сколько ты готов выложить? Назови свою цену. Ну, твои инструменты. Слушай, что говорят на улицах. Если кто-то упомянет девушку, ты знаешь, что делать. Я тебе позвоню. Позвонишь.